Здравствуйте, перед вами снегоуборочник Redwerk RD-250-65E. Это самоходная модель на колесном ходу. Используется для расчистки снега на небольших территориях, например, парковках или дачных участках. Машина оборудована бензиновым двигателем марки Lanchin с низким расходом топлива. Мощность 6,5 лошадиных сил. Для комфортного управления предусмотрено 6 скоростей вперед и 2 назад. Электрический запуск от обычной сети 220 вольт максимально удобен. Мощный агрессивный шнек из двух частей хорошо справляется даже со слежавшимся снегом. Дальность выброса до 15 метров. За один проход снегоуборщик расчищает полосу до 57 сантиметров. Большие и широкие колеса не буксуют в снегу, хорошо проходят повороты. При работе в темное время пригодится яркая светодиодная фара.